Wow, oui. Dans le ciel. À voir ça, Ricardo, oui. Vic, tout tout là. Oh, Vic, scat. Ты приплыл сюда. А вот у тебя тоже. А вот у тебя тоже. Лауда залез. Дальше будет легче. Да, я тебе говорю, туда такая. А вот смотри, кораллы. Или это фейки, я не знаю. Тебе плывет огромная рыбина. Вау, да. Привет. Короче, надо сесть один раз. Решится и все, будет легче. Кто первый? Тебе баска чуть-чуть криво. Да пофиг. Вообще не до, вот не до этого, что баска криво. А вода не сразу набирает. То есть я кудаюсь, а внутри-то по чуть-чуть затекает. О, идет к нам. Рыба, рыба, ты могуча. Да, вот, они его там и караулят. Там веселее снизу. За дырки, там веселее. Подо мной скат. Я вот так плыл, подо мной такой. Что, баскопеть такой? Игорь, ты уже надо решиться. Нет, когда у вас плывет. Большой такой. Вот у меня тут. Вот он.
я слышу. Я понимаю, что тут сидели. Где-то встал, но что-то я не верю, что туда можно пройти. Блин, это вода теплая, да? Блин, ты такие жалкие издаёшь. Ого-го-го-го-го-го. Там? Где эта вода ещё теплая? Вот тут веселее, вода, а я уже попривык, уже не такая холодная. Давай ты. Thank you.
друг куда-то достраивать, это факт. А что ты делаешь? Выталкивать. Идем дальше, и сегодня в плане. Держи. Трубку надо цеплять, а то допадает. Держички. Ну тут весело. А там нет, что ли, этого? А, да. По-моему, там специально. А видела, там такая толпа вообще. Да, в видео, на фото красивее. О, у тебя получилось. Да. Давай теперь твоя гость. Я весь воздух выдохнул, все равно. А мне выталкивает. Вообще, как вы знаете, гидрокостюм. Мне кажется, из-за костюмов. Ну и из-за воды салом. Было клево. Такой. Вот так, кстати, дальше впадет, а видишь. Я тебя сниму. Аккуратно. Че? Привыкать надо, да? Давай я. Ай. Yeah.